ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Я горд, что имею отношение к созданию этой организации, и горд за каждого из них, который ведет огромную, серьезную, основательную работу по подготовке к великому празднику, 75-й годовщине Великой Победы. Акция будет продолжаться всю весну 2020 года и завершится в Берлине 9 мая в Трептов-парке. Мы развернем это знамя и напомним всем о том, какой ценой была завоевана эта победа. Я рад сегодня находиться здесь, на Донбассе, и видеть историческое мероприятие, потому что сегодня здесь собрались люди, которые не понаслышке знают, что такое патриотизм, что такое честь, что такое Родина. Ведь те люди, которые сегодня собрались в рамках общественной организации «Наследие» и обсуждают насущные проблемы и проблемы будущего, а самое главное, свою стратегию на ближайшие годы, реально видят, как это можно сделать. Я очень рад, что высокую оценку коллеги из «Наследия» дали нашей организации, Федеральному агентству по делам молодежи и ресурсному молодежному центру. Очень надеюсь, что наше совместное сотрудничество даст очень хорошие плоды не только в 2020 году, но и в дальнейшем. И наша молодежь будет всегда чтить те традиции, которые существуют издревле и навсегда.